все мы хотя бы раз слышали про карты рассрочки. Благодаря мощной рекламной поддержке такие названия, как «Свобода», «Совесть» и «Халва» на слуху у всех. Предлагаемые условия звучат очень привлекательно. Покупайте в рассрочку, а проценты банку заплатит магазин. Так ли это на самом деле и как пользоваться картой рассрочки, чтобы не попасть в опасную ловушку банка? Подробнее разбираемся в нашем полном обзоре.